сегодня за ребенком иду в Вилд-парк в Анталии. Да. Ну, проходи. Ребят, смотрите, какие змеи. Смотрите, она спит. Она спит. Видите? Просыпается. Заснула. Просыпается. Прячется она. А вот наверху летучие мыши. Что ты увидела, Ярослава? Страшно тебе? Змеи, черепа. Еще одна змея. Ярослава смотрит какой-то фильм. Пойдем посмотрим, кто здесь лежит. Смотри, белая змея. Какая маленькая, красивая. Да нет, она не маленькая. Смотрите, ребенка. Ничего себе, какая большая. Толстая. Интересно, сколько мне килограмм? Ну что, смотрите, показывала, где она живет. Да, здесь все о них написано, но жаль, что на турецком языке, потому что тут не все понятно. Ну вот, видно, что это обыкновенный удав. Ничего себе. Где? Не вижу ее. Вот. А, на дереве сидит. Это обыкновенный удав. Ящерица. Зеленая. Это зеленый питон. Ух ты какая! Спит, наверное. Это, Ярослава, знаешь кто? Иероглифовый питон. Питон? Да. Кто здесь у нас? Роющая лягушка. Вот она. Ой, такая страшная. А здесь у нас черепашки. Продолговатая змеиношея черепаха это. У нее шея, как у змеи. О, ну черепаху-то можно достать на кого-то, где лежать? Нет, здесь их не достают. Видишь, она к нам плывет. Вижу, какая маленькая. Мне. Привиделась. И еще вот одна. Правда, у них такая длинная шея вообще. Угу. Смотри. Кого здесь нашла? Жабы. Это земноводные. Где они? Что-то их плохо видно. Вот, видишь вот это? А, там? Все, увидела. Здесь королевский питон. Где? Вот, спрятался за камушком. Увидела? А здесь кровавый питон. Это у нас излучаемая
крыса, змея. Ну, я не знаю, она почему-то так называется. Крыса-змея. Излучаемая крыса-змея, да. Ой, а кто здесь спрятался? Королевский питон. Где? Да, видно, он за камушком сидит. Молоко змея. Смотрите, какая водяная мама. На нас смотрит, видите? Водяная мама. Кто здесь у нас сидит? Среднеазиатский серый варан. Ошейниковая пустынная игуана. Ее можно потрогать? Ну как же ты ее потрогаешь? Они же закрыты в аквариумах. У меня хватит. Тут никого нет. Здесь ящерицы. Не видно их, один хвостик видно, они спрятались. Ух ты какой! Аризонский ядозуб. Наверное, ядовитый. Раз ядозуб. Это бородатая агама. Да? Самый популярный вид пресмыкающих. Получила свое название из-за характерного шейного мешка. Он у нее большой. И вот еще одна. И кузнечик какой-то здесь. Ребят, смотрите, я нашла мумию. Это настоящий человек? Нет, это не настоящий человек, Дот. Это мумия. Человек. И видишь, по ней ползает какой-то удав. А это, ребята, игуана. Игуана – экзотическая ящерица, обитает в тропических лесах, большее время проводит на деревьях. Это очень популярный вид. А это, ребята, игуана. Игуана – экзотическая ящерица, обитает в тропических лесах, большее время проводит на деревьях. Это очень популярный вид. Надеюсь, что и вам понравилось. Всем пока, подписывайтесь на канал и палец вверх!